Меканай здесь, я рад разговаривать с вами вновь. Мы продолжаем смотреть повторы, которые вы присылаете в этой замечательной РТС Dawn of War Soul Storm. Здесь без каких-то опознавательных знаков у нас идут следующие повторы. Ну, давайте глянем. Ники игроков Морталис. На ваших экранах имен знакомых достаточно. Шериф, Вирбл, Ура, Бласт Фурнейс. Я так понимаю, каточка будет скилловой, на достаточно хорошем уровне. Верхняя команда, Blast Furnace, первыми выходят НВшки. Ну правильно, рашить начнут, естественно. Хороший вариант первой НВшки. Турель. Вот сразу турель, затурелить. С НВшки на поддержку сейчас придут. В общем, да, почему бы и нет. А шот ваншот, ну, течь. Вновь дикий течь шерифа, дефайлеры, в талоны. Вот в 90% случаев течь шерифа себя полностью оправдывает, окупает. Все замечательно. О, здесь уже встреча. Эльдарки забегали, засуетились, запереживали. Что-то делается. Соп. What the fuck you doing? Возмущается Blast Furnace, что ты делаешь? Видимо, тут пробегал он эльдарскими строителями, посмотрел. Соп, Кана, ZX, а вот ZX что-то вызывает вопросы у меня. ZX, что-то движение у него непонятное, лишнее телодвижение. Ладно, что внизу? ИГшник Ура, а ИГшник Ура неплохой. Турелечка, как зеркально получается. Турелечка от ZX. Турелька сестры. Здесь турель сестры. Турель от Эльдара. Два гвардейца, друголетчик и Вирбл Эльдар. Что написано? Нуб. Да. Ну что, взялись за Эльдара крепко. Одна турель. Здесь турель еще хотел набросить шериф, но турелька эльдарская достроила. Kill turret, I stun. Убей турель, я застаню. Да, идет саркофаг. Идет сейчас саркофаг от Эльдара. Это абсолютно верное решение. У Эльдара есть все способы, средства, чтобы бороться против всего. Был наброшен майндшторм на Скарабея. Интересно, интересное решение. И вот, пожалуйста. Нет, турель спасена. Отбились, турелька спасена, ребята. Все, не получилось сломать. Не получилось, застанено здесь. Грызут Собовскую. А вот Собовскую сожрут. Ее никто не чинит, сломали. Ну и вообще, это не самое лучшее решение. Бросать турельку сестры битвы. Не самое лучшее. Еще один, еще будет один стан сейчас. Всем миром они эту турель грызут сейчас, и им удается. Парни отбились. Враги потеряли две турели, а это ресурсы. Поэтому преимущество сейчас у нижней команды. Они отбились. Хорошо отбились. Канонисты сейчас отъедет. Смотрите-ка, дострелит. Нет, убегает. Две пачки сестры. На двух гвардейцев Эльдара две пачки сестры, да, определенно. Канониса! Нет, забрали. Не, жесткая, прям жесткая агрессия от нижней команды. Очень жесткая. Очень сильно дали бой. Ну что, мы не видим Хаусита. Хаусит отсутствует в нашем бою. Хаусит Т2, техника, дефайлеры. Соп. Ну, соп, да, вот этот ZX, он немножко, он здесь выпадает. Два кса, четыре пачки гвардосов, фара. Два кса — это ужасный, страшный урон на Т1, ужасающий. НВшки двигаются. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точка оставлена, видимо, для кого-то. Первый дефайлер пошел. Первый деф. Может турельчиками закрываться. Начинать. Культогренчик. Ну, соп держится. Новая кана, господи, только не новая кана. Что угодно, но не новая кана. Точки.
грейды, гранаты, но не новая Кана. Ладно, ладно, сделана Кана. У нее и так-то урон слабый, и так у нее урон 0. Еще и дорогущая, как Т2. Лучше б в Т2 ты вышел. Некрон на левом фланге работает по Эльдару. Турель друголетчика. Смотрим мы от лица верхней. Я не люблю открывать полностью туман войны, потому что теряется нить. Не знаю, кто что видит. Стан. На монолите врата. Возможно, будут турели. Лол. Будут турели, будут отсюда высаживаться войска. Ну, турель, ответная турель может быть, кстати. Дефайлер. В рукопашку разберет. Собочка поддержит. Мили, конечно, конечно. Здесь будет мили, конечно. Дефайлерик. Найти надо хороший нам на превьюшку кадрик. Обязательно. Подойдет. Ну да, да, турели. Бесконечные саркофаги, турелечки будут стрелять. А когда Эльдар выйдет в Т2, это все быстро здесь упадет. Очень быстро. Грены. Ну, один, допустим, остался в раннем Т2, а второй пошел, допустим, в артиллерию. Неплохо. Но турелечки-то вы закрываетесь, это уже, безусловно, лишнее. Турельки лишние. Масса эльдарских турелей, мины. Но было бы круто, если бы Эльдар их перенес матрицей перемещения одновременно. Было бы вообще классно. И перенес бы их уже Т2-шные. Хотя они уже Т2-шные становятся. Они уже Т2 и работают по монолиту, ребята, жесть. У меня есть видос, ребята, ссылку в описании я оставлю. Посмотрите, дуэлечка 1-1, воля и разум называется. Где я играл за Эльдара и я перенес все турели Т2-шные на базу космодесантнику. Строй, 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 только простаивают. Но они слабые. Эльдарские турельки слабые. 790 всего лишь здоровье. 790 здоровья. Так, поднялся ствол. Поднимается ствол, опускается ствол. Все, работа по монолиту. Лучше, конечно, по генам здесь работать. Но, увы, здесь подошла масса грейженных НВшек. И эти турели сейчас будут разбиты. Но отличнейший вариант. Прекраснейшая тактика здесь, ребятки. Вообще шикарная идея. Идея замечательная. Что у Хаусита? А у Хаусита Т3. Они отбиваются, все хорошо. Соп Т2. Т2 собачка. Нет, соп работает, соп в порядке. Смотрите-ка, точки он все свои взял, у него все хорошо. Пошли у него селесты, все нормально. Все нормально у сестры. Некрон только в Т1 остается. Жертвенный круг, Хаусиду порекомендую точки себе вкачивать. А он и вкачивает их, он и вкачивает себе, молодец, все хорошо. Все шикарненько. Соп, Т2, селесты. Ну что, гвардейцы? Арта, арта, арта. Артиллерия, тяжики. Ты закачиваешься, полностью закачиваешься. Т2, ура, делаешь закачку. Специализация уже идет у тебя. Ты Т2. У тебя пока ничего не идет. У тебя турелечки идут. Так энхолд хотите поиграть? Да, тяжики, турелечки, да, против дефайлера, против техники. Хорошо тяжики идут с лазганами, шикарно не ломают, их хаммерхеды падают. Все, вся техника падает от этих ХВТшек. Дамаджи портал. Дамадж зе портал. Эльдар Т2. Саркофаги, лорд. Здесь врата, да, бей портал, да. 80-й ген. Ну что? Ну что, дед, селесты? Нет, соп в порядке. Видимо, в начале у него что-то какой-то случился. Диссонанс непонятный. Хаусит потерял, но это лишь временная потеря. Идут одержимые. Облиты заказаны. Заказаны, у тебя есть ресурсы на них. Заказывай. Перенаправлять точку на ДЛП-3. Конечно, убивать гвардосов надо. Перенаправлять точку на Рине-то не надо стрелять. Зачем по Рине-то стрелять? На гвардосов надо перенаправлять. Деф. Одержимые. Облитераторы. Огонек одержимым пошел. Ну все, закачано. Заказано, закачано Т3 связка хауситов. ДК приликта.
Ну и может сложиться сейчас впечатление, что нижняя команда побеждает. Станы просто нон-стоп на монолит. Стан, ну снова врата. Бедный Некрон не может никуда выйти. Турельки надо строить. Вот что изменит игру. Одержимые облитераторы. Попала билочкой. И соп. С листянки с дедом. Соп. Что соп? Некроны двигаются к Эльдару. Турельки. Ну турельки-то зачем? Там Некрон. Там хаосит, который течется. Там соп. Зачем вы строите столько турелей? Вам нужна арта. Я согласен насчет турелей. Я согласен. Но турелькам-то нужна арта. Нужны тяжи. Бункер лучше бы ты выбросил. Нет одни турельки. Вирбал один пытается здесь внести какое-то разнообразие, отравить жизнь Некрону. Пытается. Парни строят турельки, закачивают гварду. Некрон пришел, разбирает. Все, спасение, все, резко все закончилось, ребята. Все на турельки ушло. Т3 идешь. I have pulse in 15 секунд. Все, селесты пошли, и селесты сметут этого гвардейца содержимыми. А здесь Некрон разберет Эльдар. У Эльдара армии-то нету. По армии-то ноль. Один сокол и только попытки построить турельки. Одна форсирка была, кстати. Пауки. А поздно. Не успеете выйти. Здесь разбор абсолютный. Да уж, да уж. Найс бейс. Найс бейс. Да, неплохо, неплохо, неплохо с турельчиками. Неплохой вариант был, неплохой. Но было бы еще, наверное, круче, если бы эти турельки перенести туда одновременно, перенести. Не строить по одной, а на Т2 перенести, построить их у себя и потом перенести. Это было бы неожиданно и жестче. Ну что ж, так как вышло. А все, минус один. Все. Минус один. Ура, вышел из игры этот гвардеец в Т3, друголетчик. Все на турели спустил, все свои ресурсы. Побитый Эльдар, ресов куча. Можно было масить и масить. Дефайлер. Врата сейчас упадут. И соп с содержимыми идут разбирать другого гвардейца. Арта вышла, но уже слишком поздно. Слишком-слишком поздно. Игра заканчивается. Да, да. Вы видели все сами. Интересный рожок. Вроде бы отбились сначала жестко, а потом что-то пошло не так. Не по плану. Все, делит, конечно. Конечно, все. Вы видели все сами. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этой карточки. Оставляйте лайки. До новых встреч.